Всем привет! Вы на канале Поделки-самоделки, и с вами Андрей. Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой оригами-сюрикен и оружие-ниндзя своими руками. Для сюрикена по технике оригами нам понадобится бумага размером 10 на 20 сантиметров. Таких понадобится 2 черных и 2 белых листа. Берем лист бумаги и складываем его пополам по длинной стороне, по технике оригами. Раскрываем и переворачиваем, чтобы раскрытая сторона была сверху. Теперь загибаем левый угол кверху. Снова загибаем, только теперь уже правый угол, как на видео. Переворачиваем заготовку оригами и загибаем вверх вот эту часть. Снова переворачиваем и делаем еще один сгиб в левую сторону, как на видео. Все отлично, заготовка для сюрикена почти готова. Давайте я еще раз покажу вам, как сделать заготовку сюрикена только на белой бумаге. Повторяйте за мной. Друзья, хочу попросить вас подписаться на наши каналы Telegram, ВКонтакте и на Рутюб. Ссылочки будут в описании под видео. Там очень много интересных поделок и эксклюзивных видео. Обязательно подписывайтесь и переходите. В итоге у нас должно получиться 4 заготовки из бумаги для сюрикена. Теперь нужно согнуть еще вот так, тем самым продавливая линии сгиба. Проделаем это со всеми 4 заготовками. Настало время собрать сюрикен по технике оригами. Для этого повторяйте все действия за мной. Кстати, размеры не принципиально должны быть как у меня. Можно взять любые другие, главное, чтобы соотношение сторон было 2 к 1. Собираем сюрикен вместе. Вкладывая уголки вот в эти кармашки. Переворачиваем и переделываем с обратной стороны последнюю деталь сюрикена. Вот так. Как видите, оригами сюрикен получился двойной с секретом. Вот так он складывается и одним движением руки раскрывается восьмиконечный сюрикен. Класс! Если вы сделали все правильно, то у вас должно получиться как у меня. Можете собой гордиться. Ну что, настало время проверить свои навыки метания сюрикена. Для этого я возьму воздушный шарик. Сначала я не думал, что сюрикен из бумаги сможет его пробить. Ну что ж, совсем немного промазал. Не такое это легкое дело сюрикена метать. Попробую еще раз. Есть, он пробил шарик. Правда, пришлось немного приловчиться. Ставь лайк и всем пока.